Последняя школа в Мурманске была построена в 1993 году на улице Сафонова. И вот спустя 30 лет вновь гремит техника, рабочие вовсю трудятся. В этом году возводят две новые школы в городе. Одна из них на улице Советская. Это сейчас здесь груды земли, песка и камней. Но уже к осени 2024 года на территории вырастет современная школа на 500 мест. Конечно, если все пойдет по графику и на пути не возникнут преграды. Зачастую непредвиденные сложности и несоответствие проекта геологическим особенностям территории вынуждают вносить в план изменения. Сложностей серьезных нет. Есть только непрогнозируемое расположение скалы, то есть ее рельеф. Простыми словами, есть две точки, где забуривались, расстояние 50 метров. Да. Вот. Скала идет не по прямой. Вот. В тех точках она совпадает, где геология сделана. А между ними, получается, идет провал по скале. То есть, а по геологии берется прямая всегда. Сейчас на территории ведутся буровзрывные работы. Опасности для мурманчан они не представляют. Взрывы выполняются с применением укрытий из металлических листов. Пока двигаются ровно в тех графиках, которые разработаны и согласованы, но мы настаиваем на ускорении работ. Конечно же, это будет современное образовательное пространство с интерактивными системами для обучения ребят. В том числе мы разгрузим 37-ю школу и уберем. Она будет работать после этого в одну смену. К слову, работа ведется и по созданию лицея в Мурманске на 800 мест. Он появится в Казарменном переулке. Элина Шигенова, Борис Савельев, ТВ 21+.